Приветствую, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новой экосистеме онлайн-услуг для рынка жилой недвижимости, куда входят разработчики, инвестора, агенты по недвижимости и покупатели жилой недвижимости. Представляю вашему вниманию Intro. Какие возможности предоставит нам платформа Intro? Во-первых, вы сможете покупать объекты напрямую у застройщика на аукционе со скидкой до 30%. Второе. Откроется доступ к официальным счетам о строительстве и внеплановых инвестициях, которые регистрируются в блокчейне. Третье. Появится возможность инвестировать в свойства надежных разработчиков с помощью смарт-контракта. И не будет никаких посредников и минимальной комиссии. И четвертое. Вы сможете присоединиться к клубу инвесторов и получить бонусы в партнерской сети. Вот. На сегодняшний день существуют такие проблемы недвижимости, как инвестиции в недвижимость, например, до сих пор остаются одной из основных стратегий для долгосрочного получения дохода. Но нестабильность рынка создает высокие риски для тех, кто вкладывает средства в строящиеся дома. Во многих странах у покупателей жилья нет альтернатив. Новые строящиеся дома более доступны, чем старый жилой фонд в развитых странах. В развивающихся же странах, таких как ОАЭ или Индия, может вовсе не быть предложений на рынке готовой недвижимости. Поэтому по всему миру инвесторы и покупатели продолжают вкладывать деньги в долевое строительство, в котором существует риск, что проект не будет завершен в срок. Особенно остро эта проблема стоит в России. Платформа Intro применяет современные технологии, которые делают инвестиции более надежными и безопасными за счет, во-первых, застройщики. То есть исследования рынка они проводят, анализируют конкурентов и формируют ценовую политику, разработку концепции проектов. Во-вторых, инвесторы. Приобретение недвижимости с дисконтом на закрытых торгах, поиск соинвесторов. В-третьих, агентство недвижимости. Инвестиционные расчеты, поиск и сравнение объектов. СМИ. Исследование рынка, публикация аналитических материалов, журналистика данных и прогнозы. Пятое. Производители строительных материалов. Оценка плановых объемов строительства по регионам, доступ к реестру строительных компаний и характеристикам их объектов. Шестое. Покупатели. Все актуальные предложения от проверенных застройщиков и бонусная система. Седьмое. Банки и кредитные организации. Исследование рынка ипотеки, формирование стратегии развития ипотечных программ. И органы власти. Осуществление контроля за соблюдением законов, профилактика проблем с обманутыми дольщиками, планирование доверия торгов по застройке. Вот. По токенам ICO, значит. Pre-ICO стартует 26 марта 2018 года. Обозначение токена ITR. Вот. Цена за токен составит 40 центов. Скидка на Pre-ICO будет 30%. Хардкап составляет 15 миллионов долларов. Софткап 3 миллиона долларов. Всего выпущено 200 миллионов токенов. Принимаются к оплате биткоин, эфирум, лайткоин, дэш, евро и USD. Подводя итог, хочу сказать, что платформа также имеет укомплектованную и мотивированную команду, которая стремится вывести рынок, да и всю сферу недвижимости, на новый уровень. А я считаю, это очень важная задача. И также имеет все необходимые знания и опыт для успешной реализации проекта. Благодарю за внимание и до новых встреч, друзья!